За словом дело, за делом восклицательный знак. Слово держим, дела делаем, тавтологию тавтологизируем. Ваши интересы, мои интересы. Надеюсь, что вас интересует игра и шампанское. Коррупция, депутаты, выборы. Весь спектр шуток на околополитическую тематику на сцене демонстрируют веселые и находчивые. В третий раз в ЦК и ОИФТЭКС прошел Кубок губернатора по КВН. За главный трофей вечера соревновались 11 команд, среди которых, по традиции, друзья по юмору из Ярославля. В этот раз команда «Красная фурия». И впервые гости из соседнего муниципалитета – сборная Кинешемского района. Сегодня уже в нашей области в КВН играют более 1000 человек. Насколько человек смотрит, болеет и восторгается, наверное, сосчитать невозможно. Поэтому я от всей души поздравляю вас с тем, что сегодня у нас опять КВН. И хотя тема этой игры кино, большинство номеров были посвящены социальной и экономической жизни. А зато у нас хорошо поют. Ну продемонстрируй. Пейте без остановки, за сутки до кодировки. Сами КВНщики рассказывают, наибольший отклик у зала и жюри находят шутки на актуальные темы. Вы куда дели 3 миллиона? И ведь действительно, друзья, каждый год на развитие сельского хозяйства тратится столько денег, и никто не знает, куда они уходят. Где 3 миллиона? На сцене итог долгой работы самих КВНщиков и редакторов. В этот раз править и вырезать неугодные шутки пригласили команду из высшей телевизионной лиги КВН «Радио Свобода». Не смешное, как всегда, вычеркивается. Строго определенной цензуры нет. Просто команды в большинстве случаев сами понимают, на какие темы не стоит шутить. Вот. Но если что, редакторы всегда могут подсказать, потому что многие темы могут быть неприятны залу, не понравится жюри, и команда, грубо говоря, сами себя закапывают. Призовой фонд игры в этом году составил 100 тысяч рублей. Ежегодно у нас проходит Ивановская областная лига КВН. Кстати, Кубок губернатора – один из этапов этого мероприятия. А так, с октября месяца у нас стартует сезон КВН, в котором принимают участие также команды вузов Ивановской области, муниципальное образование. У нас проходят выездные школы КВН, в рамках которых проходит обучение. Первое место по результатам выступления заняла команда медицинской академии «Позовите доктора». Второй приз в Ярославль забрала «Красная фурия». Награду за третье место увезли в Кинешму. Остальные команды заработали дополнительные очки для турнирной таблицы игр областной лиги. У вас Голливуд, у нас берегите лес, у вас есть рэплик, а у нас забег. У вас есть Чироки, у нас Семерка, у вас это деньги, а у нас это мелочь. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.